Вы замечали, что мы все время работаем на пределе своих возможностей и не умеем награждать себя за маленькие успехи? Остановитесь и спросите себя, ради чего я это все делаю? Куда я бегу? В такие моменты я остаюсь наедине с собой. Занимаюсь тем, что всегда откладывал. Я научился получать удовольствие от момента. Это заряжает и позволяет двигаться дальше.